27 лютого, четвер, Думське ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Тала Єсіна, доброго дня. Я кажу, четвер – це рибний день. І кажу, що саме в четвер треба розвантажувати свій організм від будь-яких фізичних та гастрономічних навантажень. Саме про шлункові хвороби зараз. На студії долучився Андрій Фомін, завідувач хірургічним відділенням, хірург-онколог та баріатричний хірург медичного дому «Одрекс». Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Пане Андрію, існує така хвороба, як гастрит. Люди взагалі відчувають такий певний дискомфорт від неї і намагаються якось збити ці симптоми. Але ж кажуть, що гастрит, він більш небезпечний, ніж здається на перший погляд. Чи може гастрит визивати рак шлунку? Ну, во-первых, в медицинских терминах все, что заканчивается на «ит», это имеет отношение к воспалению. И слово «гастрит» на сегодняшний день, мне кажется, немножко преувеличено, потому что его используют слишком часто. Достаточно пойти и выполнить гастроскопию, исследование желудка, и очень редко встретишь заключение, где нету никакого диагноза. Но в полном смысле этого слова гастрит действительно, как хроническое воспаление, может приводить в том числе и к онкологическим заболеваниям желудка. Чи є якісь продукти, від яких варто відмовитися для того, щоб, скажімо так, зробити якісь превентивні дії, запобігти виникненню онкозахворювань? Ну, считается, что повлиять как-то на нормальное деление клеток или вмешаться в их правильную работу могут какие-то различные экзофитные факторы. И в том числе желудок – это орган очень главный и стоит на рубеже получения пищи человеком. Да? И, естественно, если пациенты принимают довольно часто в своем рационе продукты, содержащие специи, острое, очень жареное, такой сильно прожаренное, то это все в конечном итоге хронически раздражает слизистую желудку и может быть тем фактором, который вмешается в нормальную работу деления клеток, произойдет какой-то сбой и может развиваться в том числе и онкологические заболевания. Тобто варто відмовитися від смаженого та гострого? Скажем так, мы не можем полностью отказаться от вкусной еды, жареное – это вкусно, тем более в Одессе. Но нужно понимать, что полностью составлять свой рацион питания из рутинно каждый день только из, допустим, из жареных продуктов, только из жареного мяса каждый день, и используя большое количество специй или там соли, то это не очень полезно. Угу. Скажите, будь ласка, все ж таки, дуже хочется з'ясувати, що таке рак шлунку и как, вважає медицина, він виникає? Ну, если в двух словах, это серьезная проблема сейчас все еще в медицине. Это онкологическое заболевание, не просто, а очень агрессивное. И, к сожалению, за последние десятилетия мы наблюдаем положительные моменты и успехи в лечении онкологических заболеваний других органов и систем. И, к сожалению, в отношении желудка не наблюдаем такой тенденции. То есть продолжительность жизни при раке желудка, особенно его третьей-четвертой стадии, очень непродолжительная. И помочь таким пациентам практически невозможно. То есть эффективное лечение только на первой-второй стадии. А проблема в том, что это заболевание начинает себя проявлять, когда на него обращают внимание пациент, как раз на третьей-четвертой стадии. То есть единственный способ – это профилактические осмотры. То есть если человеку там за 35 лет раз в год проходить гастроскопию, неважно, есть у тебя жалобы или нет, это поможет выявить на ранней стадии заболевания. Власне, до якого лікаря потрібно звертатися та який лікар буде формувати тактику лікування, якщо виявлено рак шлунку? Ну, для скринінгу це достатньо обращатися к сімейному врачу, к терапевту, чтобы проходить при каких-то незначительных жалобах исследования, либо профилактически. Если же уже появились жалобы серьезные, там какие-то боли, снижение массы тела, то в первую очередь, конечно, это клинический онколог, который и должен формировать план лечения, либо он самостоятельно, либо сейчас все чаще, не так часто, как хотелось бы, но чаще уже в других клиниках мы видим, есть тенденция к тому, чтобы пациентов рассматривал междисциплинарный консилиум, да, чтобы решение принимал не один врач о тактике и плане лечения, а команда специалистов. Хотя
Мы до сих пор сталкиваемся, пациенты думают, что если есть опухоль, неважно где, то надо пойти к хирургу, ее удалить, и вопрос решен. То есть чисто механически удалить что-то. На самом деле это сложное заболевание. И оно должно быть всегда лечение в комплексе с содружестве с другими специалистами. Ну и не завжди пухлину можно выдалить. Ну, смотрите, все равно в онкологии считается, считался и продолжает считаться основной способ лечения онкологических заболеваний все-таки хирургический. Хотя сейчас тенденции меняются немножко. Все-таки развиваются и такие науки, как морфология, гистологи сейчас все больше получают данных об биологии опухоли, и это ставит перед ними вопросы, как на нее можно дополнительно воздействовать не хирургически. И появляется все больше и больше новых методов лекарственной терапии. И сейчас на последних вот обсуждениях хирургов в отношении рака желудка уже ведутся дискуссии, а нужно ли делать такую агрессивную, травматичную большую операцию, когда удаляется и орган, и близлежащие все массивные пакеты лимфатических узлов. Исследования говорят, что исход и прогноз от этого сильно не меняется. А вот применение новых препаратов медикаментозных влияет на это больше. Сейчас даже применяются, допустим, паллиативные химиотерапии для пациентов с 3-4 стадии рака, которые позволяют пациентам прожить дольше, чем с операцией и химиотерапией. Поэтому это надо иметь в виду. Скажіть, будь ласка, все ж таки, що впливає на високу смертність від цієї хвороби, третє місце по даному ЗОЖ? Тільки виявляємість. Ми маємо дуже високий процент смертності і дуже низький процент п'ятилітньої виживаємості, тому що у нас виявляємість чаще всього 3-4 стадія. Тобто у нас пацієнти п'ятилітній порог не перевищає більше 5%. То есть все эти пациенты умирают в течение первого года-двух. В то же время наши коллеги предоставляют свои статистические данные из Южной Кореи, из Японии, из Китая, где заболеваемость выше, чем у нас. То есть они чаще встречаются это заболевание, но при этом смертность у них ниже. Поэтому у них широко применяется скрининг. То есть там все знают, что в Японии они очень дисциплинированная нация, да. У них там четко написан день, время, он должен обязательно в этот день прийти, раз в году сделать исследование. Он не может себе позволить не прийти, чем бы он ни был занят. У нас немножко к этому такое расслабленное отношение. А вот у дисциплинированных наций, там, где они вовремя выявляют на первой и второй стадии, пятилетняя выживаемость в Южной Корее, допустим, при первой и второй стадии до 90% выходит. Представляете, 70%. Это очень хорошие результаты. А с третьей и четвертой стадии они не допускают до развития заболевания такого уровня. И у них таких больных немного, соответственно, и смертность ниже. А у нас основная масса таких пациентов, поэтому смертность высокая. Кто находится в зоне риска, если мы говорим про данную хворобу? Ну, в первую очередь, это пациенты, которые склонны к приему в пищу острую, жареную, которые табакокурение относится к фактору риска, лишний вес. И пациенты, у которых в анамнезе у близких родственников были подобные заболевания, они относятся к группе риска. Также мы относим к группе риска пациентов, у всех которых диагностирована активность бактерии Helicobacter. Это бактерия, которая вызывает гастрит и язвенную болезнь. И исследования говорят, что можно снизить на 50% риск заболевания раком желудка, если у пациента выявлена эта бактерия, и провести так называемую, ее медицинский такой термин есть, эрадикацию этой бактерии. То есть провести лечение, чтобы избавиться от этой бактерии. И вы сразу на 50% снижаете риск заболеваемости. Считается, что связь точно есть. Присутствие этой бактерии в желудке человека и развитие онкологических заболеваний. Скажите, пожалуйста, а что до Helicobacter pylori, это ее название официально, кажут, что это абсолютно природно для людини. Це чи флора, чи фауна, яка знаходиться у кожної людини на нашій планеті? Ну, видимо, речь идет об активности этой бактерии или титра, или количестве этой бактерии, присутствие ее в желудке, потому что мы получаем, когда делаем пациентам гастроскопию, и доктор берет из 4-5 мест в желудке на исследование кусочек ткани, и мы получаем заключение гистолога, где он показывает степень активности этой бактерии. Она измеряется там
плюсиками, количеством этих плюсиков. То есть может быть 0, 1, 2, 3, 4. И понятно, что там, где 4, это требует пациента внимания для того, чтобы эту радикацию проводить. Uh-huh. Если идет 0 или там 1 плюсик, то это можно вот расценивать так, как вы говорите. Давайте зараз поговоримо про поліпи. Кажуть, що це перша стадія, перший крок до раку – це передракові утворення. Як не допустити, щоб вони з'являлися? Ну, принято считать доброкачественные полипы факультативным предраком, есть такое выражение. А полипы – это один из вариантов проявления реакции организма, его слизистой, на хроническое воспаление, неважно где – в кишечнике, в желудке или в там, желчном пузыре. И действительно, связь определенная есть, потому что считается, что от момента, когда доброкачественный полип может переродиться в злокачественный, может пройти 4-5 лет. Поэтому важно проходить скрининг, выявлять полипы и вовремя их удалять, и тем самым обезопасить себя от развития этого грозного заболевания. Які, власне, симптоми повинні насторожити для того, щоб звернутися до лікаря? Ну, даже какие-то незначительные, потому что заболевание грозное. И даже если где-то там заболело один раз, не сильно, немножко снизился вес, поменялись вкусовые предпочтения в еде, появилось какое-то там снижение аппетита, тошнота. Не надо это игнорировать. Лучше вы один раз придете к врачу, и врач ничего не обнаружит, чем вы будете это игнорировать и потеряете время, когда лечение будет уже не столь эффективно. Скажите, а как взагалі, власне, диагностируют рак? Ну, смотрите, здесь все зависит от культуры населения, вот некой такой вот культуры понимания, что здоровье должно быть на первом месте. Да? У нас пока вот в стране такой культуры, она слабо развита. Мало кто приходит в клинику и говорит, я знаю, что мне 40 лет, и я знаю, что нужно пройти какие-то обследования, и, там, исследовать предстательную железу, молочную железу, превентивно, пока нет никаких жалоб. Таких людей очень мало. В основном все это игнорируют и считают, что это может быть с кем-то, но только не с ним. Поэтому здесь главное – это проходить раз в год, для определенных заболеваний разные сроки, плановые обследования, сделать себе это за правило. Мне исполнилось 40 лет, значит, я себе каждый февраль, допустим, прохожу гастроскопию, я посещаю уролога, я сдаю анализы, делаю кардиограмму, и целый год я свободен. Когда уже появляются симптомы, это всегда сложнее. Что такое, власне, стадиование, то навіщо воно потрібно? От стадирования очень много зависит. Стадирование мы называем, когда пациент приходит с онкологическим заболеванием, мы пытаемся применить максимально возможные методы диагностики, чтобы понять, насколько заболевание распространилось. Распространилось местно или по всему организму. И от этого зависит прогноз, продолжительность жизни приблизительно пациенту мы можем сообщить. Это на среднестатистических данных основано. И эффективность его лечения, и самое главное, очередность лечения. Потому что, повторюсь, и пациенты, и продолжают многие хирурги считать, что если у пациента есть опухоль, его нужно прооперировать. Это не всегда так. Иногда правильнее начать лечение с медикаментозной терапии, потом провести хирургическое лечение, потом продолжить медикаментозную терапию. Иногда наоборот. То есть вот эта очередность, она как раз и зависит от того, какую правильную стадию выставит врач или междисциплинарный консилиум. Поэтому, если пациент обращается к врачу, он должен задать ему максимальное количество вопросов. Почему он ему предлагает такой тип лечения вот таким способом? Использованы ли все возможные методы диагностики? Правильно ли определена стадия? А может быть, нужно спросить мнение еще радиолога или химиотерапевта, и только потом принимать решение, чтобы это не было единоличное решение. Угу. Пожалуйста, щодо хірургічного, перепрошую, або медикаментозного способу лікування, скажіть, будь ласка, мені здається, що це має на увазі, щоб він не метастазував в інші органи. А чи взагалі рак шлунку може це робити? Да, конечно. Медикаментозным лечением мы называем химиотерапию. Ее применение решает разные задачи. Если речь идет о применении химиотерапии, так называемой дооперации, неадювантной,
да, то здесь могут решаться задачи об, допустим, уменьшении размеров опухоли. Да? Опухоль может быть таких больших размеров, что трудна для хирургического удаления или с высоким риском повреждения каких-то важных структур анатомических. Тогда назначается химиотерапия, опухоль уменьшается в размерах, и тогда хирург более безопасно ее может удалить. В послеоперационном периоде она как раз применяется для того, чтобы воздействовать на метастазы, если они есть, либо предотвратить их развитие, их появление, если их не было до операции. И иногда, не иногда, а часто применяется так называемая паллиативная химиотерапия. То есть, когда мы не можем пациенту предложить радикальное лечение и сказать ему, что у вас есть какие-то шансы на выздоровление, но паллиативная химиотерапия может затормозить развитие заболевания, она может улучшить качество жизни пациента и продлить ему жизнь. Чи після лікування, чи існує супроводжувальна медикаментозна, можливо, якась терапія або спеціальні дієти? З цим питанням складно, таких спеціалістів дуже мало. У нас це не дуже розвито і в клініках, і в цілому країні. Безусловно, такі спеціалісти потрібні. И мало кто разбирается в диетологии таких патологий. Но основной принцип – это то, что пациентов нужно поддерживать. У них идет большая потеря энергии и на борьбу с заболеванием, и само заболевание забирает энергию у пациента. И это должно быть высокобелковое питание. У них часто меняются предпочтения вкусовые в еде. Они часто без аппетита, не хотят кушать. А энергия для них, для лечения требуется. Поэтому, да, требуется такое наблюдение. Обычно это занимается сейчас во многих клиниках просто клиническими онкологами, контролируется. Но в идеале, чтобы это были специальные так называемые нутрициологи, на самом деле. Не совсем диетологи, нутрициологи, если правильно сказать. Они должны разбираться в правильном питании и критических состояниях у пацієнтів. Почула вас, вдячні за консультацію. Головне вчасно звертатися до лікаря та не ігнорувати навіть найменші симптоми. Вдячні вам, Андрій Фомін, завідувач хірургічним відділенням, хірург-онколог та баріатричний хірург медичного дому «Одрекс» був нашим гостем. Ми зупиняємося на кілька хвилин, потім повернемось та продовжимо роботу. Тож залишайтеся з Думською. День триває. Швидко та гостро про життя Одеси, регіону та країни. Це день на Думській.